Или... Мне один кусочек остался. О! Это 27 мая наши. На площади Фридриха Шмидта в 1883 году построена Венская ратуша. Вершину башни, высота которой 98 метров, украшает хранитель ратуши. В Венской ратуше заседает муниципалитет. Символ Вены. Рыцарь в полном вооружении высотой 3,4 метра. Рядом расположены 4 60-метровые башни. Дом Хунтертвассера – полноценный жилой дом. Возведен по проекту архитектора Фридрихштрайха Хунтертвассера в 1986 году. Архитектор не использовал ровных линий. На крыше растут деревья и кустарники. Каждое окно индивидуально и разной формы. Задумка Хунтертвассера – максимально приблизить жителей дома к природе. Говорят, Хунтертвассер отказался от гонорара и был рад, что на этом месте не построили что-то уродливое. Римско-католическая церковь Святого Петра построена в стиле барокко. Возведена на месте самой древней 4 века церкви Вены. Чумная колонна построена в 1693 году, посвящена Троице. Венчает колонну в стиле барокко фигуры святых и ангелов. Виды Вены со стороны Народного сада. Памятник эрцгерцогу Карлу Австрийскому воздвигнут в 1860 году. Памятник принцу Евгению Савойскому на фоне дворца Нойбург. Ныне антропологический и этнографический музей Австрии. Музей содержит около 250 тысяч экспонатов. Основан в 1876 году. Площадь Индербург. Памятник императору Францу I. На площади проводились городские мероприятия. Ворота.
скульптура Геракл, побеждающий Антея. Купол крыла святого Михаила. Музей императрицы Сиси. Церковь святого Михаила, заложена монахами ордена святого Михаила в 1221 году. Клоун на площади Михаил-Эрплац. Сзади крыло дворца, построено в 1893 году и названо именем архангела Михаила. Фонтан «Власть Австрии над землей». Курсалон Хюбнера находится в городском парке Вены. Памятник королю вальса Иоганну Штраусу, сыну. Большие цветочные часы. Конный памятник фельдмаршалу Карлу Шварценбергу. Карлскирхе или Карлова церковь. Построена в парке Ресселя. Католическая церковь в стиле барокко. Особенность – большой купол высотой 72 метра и две колонны по бокам. На площади Нойермаркт построен фонтан Доннербруннер. Построен в 1739 году. Фигуры – символы рек Энс, Ипс, Траун, Марау. Дворцовая ограда с воротами. Верхний – Бельведер. Дворцовый комплекс Бельведер. Летняя резиденция полководца Евгения Савойского. Построена в 18 веке. Нижний Бельведер с фонтанами. Фонтан-каскад. Часы «Анкер» и одновременно мост между двумя зданиями. В 12 часов звучат, показывая историю Австрии. Здание парламента Австрии. Статуя Афины Паллады с фонтаном, создана в 1902 году. Фонтан в старом городе изображает четыре главные реки Габсбургской династии. Парк Шонбрун, дворец династии Габсбургов. Дворец располагает 1441 комнатой.
Глориета использовались как столовая. Фонтан Нептун включается очень редко из-за нехватки воды. Очередь за билетами. Возле парка Пратер можно покормить лебедей. Пратер – парк развлечений с аттракционами, мини-железной дорогой и башней смотровой площадкой. Шумит, шлагбаум нет, люди идут. Вводите в Кирхе церковь Абетта, шедевр неоготического искусства. Построена на месте неудачного покушения на императора Франца Иосифа. Освящена в 1829 году. Высота башен 99 метров. Рядом находится Венский университет. Испанская школа верховой езды в Вене, расположена в Хофбурге, в бывшем императорском зимнем манеже.